Давай со скоку мотай, тащи звезду сюда к стенке. Здорово. Спасибо, извиняюсь. После корабля издадим. Сейчас разве их удержишь? Сейчас весь рейд ломанется сдавать. Если заранее сказал. Это известно. Сейчас смотрите, все мимо корабля побегу. Лучше знать сразу, а то вдруг дисконнект. Кстати, да. Там сага или трэш. Один жужин только что-то не туда зовет. Ему не надо, ему хватает. Это жужин, он же странная, подозрительная сова. Неправильная. Отличается умом и сообразительностью, да? Да, или как говорит гриб, это... Беладон ЧС. Неужели? Ты первый молод за полгода. Видишь, не хотелся не запы, вот и не упал. Здорово. Я что-то не понял, вот у меня царский янтарь выпал, а чё, не было вот этого. Смотри, у меня у козула выпало, моё круче. У меня упали плечи. И плечи дорогие, по-моему. Да, плечи дорогие. Нет, 4000 они стоят, Макс. Не особо. 4000 они. Да, успокаивай себя, что плечи дорогие. Раньше дофига стоили. 4500. Ребят. Самые дорогие это у Беладона. Все равно 4000 в карман это лучше, чем у кого-то там какой-то камушек ЛКшный. Ну да. Не вообще. Продайте, пожалуйста, меня. А то я немножечко там сдохла от болезни. Лесси, братуха, намеки какие издалека, блядь. А как мне из трубы вылезть? А, вот. Кисло, блядь. Ты что думаешь? Козычка попала. Так, ДК. Корабль, метка эти поставлю. Кладбонд. Кисло, я если что, на 30 секунд пиво назад просит. Давай, как раз показываю. А, пускать будешь что-то. Тут на трэше может остаться только провокатор. 3300 кладбонд. По пушкам. Брун, Мирал. Да. Рога. И кто еще живой? И вот дезлайт, все. На стандарте с Вагримария. А нет. Че, я типа по пушкам? Нет, он здесь. Просто был в Вагримарии прям несколько секунд. У Лена. Это, наверное, тошнотворный выгоревали. Кто это вообще? Тошнотворный. Это Кават, Твин. Тошнотворный это Пухан. Пухан разговор? Не Кават? Принцесс, Герсерс. Да, тут в настройках был. Все тут. Старик? Тут. Ну, пускай. А, я думаю, что давишь на меня? Цепок, свой. Сразу видно, кто релит не может, да?
мы будем биться. Фрэнси, сколько у тебя сейчас силы под всеми бафами? Шаман, ман, шоп, землю не забывай. Только не лемы. Сколько? 585. Ребята, а бывают когда-нибудь рейды Грума Гиггер? Продажи. В среду на продажу. В среду, да? Оно не все не каждую неделю, это если есть покупатели. Вон этот одноразовый вар. Да, вон, одноразовый Макс собирает. А скажите, пожалуйста, вот можно как-то для загильдиться эту печать хотя бы, ну, раз в неделю одну штучку забирать? Сейчас вы ответите перед Солнцем. С этим сложно, потому что обычно у нас это все идет на продажу, все три штучки одному человеку. Блин, метку поставить не могу. Договорюсь. А за сколько мы, кстати, продаем? Тебе хочется самому лицо. Пойдем ты мне погибель потанчишь, а я тебе дам печенье. Танк пошел. ДК пошел. Дамагеры пошли. Не спускайся куда наверх. А, ты там его хочешь, танк? Ну, приносите, никого не заденет. Стоишь там, как больно будет, скажешь. Шамана, достаешь шоком земли, добродин? Судя по всему, не достают. Лен, достаешь добродину шоку? Что, ему уже больновато, по-моему. А он жмет ранец под себя. Они не достают, ну пиздец, эти пиздец. Убили, улетели, ДД, улетели. Что-то прошибать его. ДК ушел. Что за танки пошли? Чё? Внизу его что? Танк пошел. Да блин, привычка. Чё, сейчас спуститься не судьба? Возможно. У нас справа никто не прыгает, потому что народ отгребает ГП там. А, да я вот из-за этого и прыгать стал наверх. Что люди прыгали, им пофиг было. Достаешь ли? Что-то настреливает старик, поаккуратнее, а то ты по Мурадину больше попадаешь, чем по мобам. Мурадин сорвался, персик тут. Мобы заканчиваются. Помянем. Нормально. А что, ты ушел, что ли? Ну, полетатели шоли. Полрей начали пожирать. У нас танк держит по несколько магов. Зачем каждый? Не, я скатился с корабля. Он за мной побежал вроде. Кубарем скатился, что ли? Ну, блин, хвост соскользнул. О! Плюс один на ГП. Ой. Не знаю. Эрнест, это не так делается. Это всех, кто выше тебя по приору, ты спрашиваешь в личку, потому что по-другому люди не читают чат. Дайте сейчас через 5 секунд какую-то прожимку на меня. Зубы там есть? Тут два удара еще. Так. Мага убили и сваливаем. Скажешь, как тебе зубы дать, я дам. Давай сейчас. Все, уходи. Дал.
Локи, старый боец, ну какого хуя справа? Как раз таки. Кислый тебе ли не знать, что на заводе самые старые. Сундук не открывайте, пока дайте челикам добежать. Сундук никто не трогает. И ответьте, Эрнесту, все, кто из миликов, кому-то нужен этот плащ? Какой плащ? Развивающий сава. Ты что, ты в тайне его? Он в чате. Вон, сила вынос, крит скорость. По-моему, нет, я уступлю место самому Эрнесту. Дэнти, кинешь по Фенису сальво, как скажу. Сундук не открывайте. А это Мозер закинешь кислому шметки. Эрнеста суманить, поставьте шкаф, суманить Эрнеста. Я вышла. Дедлайт, единственная разница в том, что тебе все равно придется саппорт на следующем боссе пить. Поэтому если у тебя саппорт висит, лучше не перепивать. Нет смысла. Подожди, нет. Суманите Эрнеста, поставьте шкаф, суманите Эрнеста. Вражка, не меня, а Эрнеста. Ты закинь в пати его. Ну, я он возьмёт пати. Я ничего не могу. Что А чё вы его сумоните? Этот плащ падает с этого, блядь. Блядь, ну а чё вы это раньше это? Пизду, ну открывайте, похуй, открывайте. О, дриня, бесполезная. Да ладно, я за ней ходил, психанул, купил себе эту, и она... Здравствуйте, блядь. Я её сейчас на успех. Да она ж это, хреновая. Блять, надо. Это я сейчас скину Насте. Я даже пыль не буду менять на нее. Пускай она порвется. Неправильно, пыль лучше. Она для что? ДЦ, ну, до вот этих, до заездки это было. Она прокает раз в 45 секунд. Че, Лен, ты на эту зайдешь, нет? Зато она дает 201 СПД. Ну да. Да и хрен с ним. Эрнест, выйди пока. Портал где-нибудь сбоку, поставьте магию. Ну, видишь, Артемия, получается, это увеличивает твой щит почти на 500-кос. Для ДЦ она была очень хорошая до вот этого, до ЗС-ки. Ну, в оригинальном личе это без стриня для ДЦ. Суманите меня и пианиста. Просто саппорт продаст. Зачем Мозера, ты говоришь? Бля, можно? Мозера, ты все собрал, что ли? Кисло, мне ДД. Чё, конверт тупо? Если не заходит, только от бунда, бля. Если конверт нужен шалют, я могу выйти. Как сейчас конверт находится в крепости Буристы, это инст? Обычка, мы в Хэнке. Где эта локация, крепость Буря? Ну, просто перса там оставлял. Крепость Буря, это око. А, старичок, кикни, пожалуйста, пианист. Просто прод продать. Зачем его кикать? А, пианиста этого пала. Так, Лена, ты где? Этого так пала какого-то там хульта. Налегке. В конце рейда. Умность покидает гильдию. Тебя разрулить надо. Разруль. Просто на раз-два ГМ и гильдии кикнул с рейда нахуй. Топор мейнспек. 3, 2, 1. Оффспек. Хороший топорик для роги. Если не надо, на трансмут заберу. Он только на рогу идет. Такая рога почему не берет, я чуть не хуй. Я просто. У нас все пухи, которые идут онли в данный момент. Мейнспек. Они все чё? За фул идут. Данечек, не надо. Оффспек, краска берешь? Я вообще вас не понял. Рога был, и почему ему нельзя... Рога на трансмут хочет. Или ты так берешь за ГП?
За ГП, я прослакал, сори. Конечно, за ГП, я у него пушки хуже. Слышишь? Передай просто, я начал. Я просто, если никому не надо, за ГП кидается от Роги Роу. Вот это вот. Все, я отдал. Я же это, осмотрел ГП Рогу, дала. Я говорю. А это а хуета что, только на них и идет. На Рог. ПВП хан там еще. Что там? Мейнспек. На офспек. 3, 2, 1, офспек. Женек указывает. 5 минут, 10 минут времени, ребят. В центре, а, сука, держите, да, ребята? Да, в центре. Так, всё. Чё, кто будет чё там? Запускать, нет. Подожди. Адмирал, Грин Персик. Да, это. Олгар, ты собрал осколки? Секунду, я собрал буквально. Персик. У вас осколок остался? Ниже 15 соточек. Пианист, ты сам ДД? Да. Че, запускаю? Да, запускай. Да? Поставьте почту, пожалуйста. Так что ниже 15 это сотый. Так и что, теперь фласку перебивать, что ли? Разве одного после? Ну, твипом 15, давайте так. Ни о чем. Ой, да хуя будет меньше 15, мне кажется. Шо? Ну, Рога не вывезет, мне кажется. Дайте по 5 кобальсту. Не, Рога вывезет. Я здесь, чтобы забрать его тело. Ну, посмотрим. Продам ПС-ку. Заплите. Брат на пол. Сейчас за флут начну. Продам инах. Артемия сот. Это значит сердце Дренора. Не позволить. Там Леша ДК спрашивает, кто первый танчик. Ну, сказал на квадрат, значит, я. Защиты старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Замки, старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно племя короля Лича? Геро. Секунду.
Сундук не открывайте, Эрнест, там смотрите. Блять, старый, вот отвечаю, стаки проебал разок. Бля, вообще жестко. Кирис, надо что-то из этого баса? Вообще не надо. Надо, да, конечно. Не представляешь, что я проебал. После убийства. Я вообще без бафа тотема начал ебашить. Ну ладно, это могу вообще это до лана уйти, если надо. Я замыкающий япончик. 15. Почему-то пока за 14-4. Пало. Видите, первых 9 позиций. Сейчас, Линкан. Нет, Саня, ты не последний. Ну, Алёш. Старый, вот 27 держал. Просто секунд 5, блядь, кто-то босса сдвинул. И я, блядь, вот секунд 5 его вообще не бил. Не заметил. Кто ниже 15? Запаска и кладбон. У меня показывает япончик, запаска, кладбон. Я говорю, япончик, а ДПС упал, потом... У меня нету ДПС, кто многие. Там на полтинчик. Запаска 14897 и кладбон 12900. Ниже 15, кладбон, запаска, рога, япончик. Нет, рога 15300. Рога 15, япончик 15. Япончик 15, это, 100 или 15? 15360. Даже 15360, япончик. Все дали 15, кроме запаска. У меня по сировскому рекаунту. Который учитывает всякие плюшки. Кладбон, мне интересно только твой мейнспек. Тебе даже, блять, пуха слеча, ты 15 не даешь на орке. О чем речь? Ну, рак пули сделать. Лен, меня местами с Эрнестом поменяй. А то его хилы не будут хилить. Он окупашит. На лодке не даю, на тупо, на гнилом даю. Ладно. Так. Как есть. А вон все здесь. Нормально, 5 бафнуло, плюс 3. Все, открывается сундук. Мазер, открывай. Хоть что. Кому интересно, скидываю в Дискорд. Мозер ГЦ. Он там еще тошнотворный хочет зайти. Нас показывают разные ДПС, потому что некоторые аддоны после боя еще несколько секунд. Ну, у меня сила, он учитывает все. У меня скада, да, он у меня пониженный урон показывает. Потому что там через несколько секунд после боя в скаде бой еще висит. Мой спек, пояс. Кстати, а чё упало? Что-то я не видел. Оф, спек, пояс. Печенька героическая. Паладин жрец, чернокнижник, мон спек. Эрнест даш трейд на умность. А, оф, спек можно, да? Нет. Мон спек. Обычная печенька по урону, нужна кому? Саня, тебе надо це все равно 2Т4. Угу. Мне вообще 2Т4 надо. Шипышку. Посмотри, Пухан, Т5 с тремя воронками. Сколько? Так, блин, это не тут. Да? Мне минут на 20 уйти, не летим. Ты в Эрнеста заходишь в проект. Я пока стану, как профанарно.
От порту тогда пристала. Сейчас я уже потом. Все, я вышел. Ну, заранди. Тотем. Нефть небес. Рога ловушки на тебе. Сзади забери трэш. Блять. Кстати, павших перед боссом в шкафчик поставить. Да, ваш пацаны, Рога там ловушку и это, сейчас еще большого убью. А че этот пал останется или он? Заряд, я не знала, что так будет. Честно, не специально. Так, что мне в хила обратно спекать? Дончик, бафаем по 5 тогда. А, лок, который забрал палку, ты в Долоран. Сходи, пожалуйста, это, по базарь там с Ронином. Сейчас тебе обратно сниму, чтобы тебе кровь отдали сразу. Или не надо? Рыбу ставлю. Меня слышно? Пятая, пять, пати хилы. Шкаф, пятая пати хилы. Да-да, просто снимал сурфанг и т.д. Сурфанга можно и в одного хила хилить. Тыкните по шкафу.
Сейчас, Алёш, подожди, я лука просуну, старичок, поставь лутера на Алёшу. Чё? РДД на РДД на позиционку. Времени мало, поэтому долго ждать никого не собираюсь. Поехали. Женёк. Он, блядь, в башне в этой аметистовой. Там, где стоит этот Керентор. Там, где, короче, алики тусуют. На карте сверху слева башня. Подождите, не гуляйте, дайте человек кровь заберет. Лена, блядь, раньше это делать нельзя было? Ну, завтыкали что-то, Алёш. Ну, прям минуточку совсем. Ты видишь, сколько времени сейчас? Завтыкали, значит, в следующий раз. Еще раз даю проверку. Не вижу по себе бафу. Где приста баф? Присты, три приста в рейде. Каску. Так, нет, есть каску. Все, поехали. ДК по готовности пуля. Что по гире, давать или не надо? Не надо. Старых тебя летело, хуя. Милики, пленей. Соображаешь вовремя. Этажку хилить. Опять кляной маны нет, как обычно. Стоишь, кастуешь тупо в никуда, да? Почему у меня 20-30%? Прожались. Thank you.
Убегите на эту. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько... Алёш, кровь в локу, закинь, пожалуйста. Бегите, я вам их там закину, если вы будете находиться. Не волнуйтесь. Ты на боссе, я на трэше. РДД сразу на позиционку. Этот... Все хилы под боссом. Через босс РДД зона, от луч никто не бегает. Ибо будет все печально. Я распула. Так. Старик, давай что-то. РДД, сдохните без саппорта, 1000. Поехали. Просите его. Локи, подведи мелизону мелко. Танк, стой на месте, пожалуйста. Как пожелаете. Пинг поднялся. Ничего не кастуется. Да, у меня задержка с прошлого босса.
Все встало. Три раза задержка начинается, когда я в рейд захожу. 3000. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Никому не надо. Жез. Я на ШП бы замрал, ну да. Так, мусор говорит, так надо как ехать. У меня просто твины потом стоят после всех. Ауди есть еще? Да, есть. Вроде. Есть такой. Че, может, перекурим пару минут? Нету времени. Конец рта через 20, через 19 минут. А, сегодня короткая РТ, да? А, сейчас же у нас было, ладно, тогда это обманываю. Пианист, а на сколько боссов собираешься идти? На всех. Ну, надо где-то перекур устроить. Комнату открывайте, чего вы стоите. Ладно, я пошел. Час покурить. ДКшка сидел в поганище? Да. Окей. Старик, метки расставишь. Адмирал, тактику расскажешь тем, кто тут первый раз. Надеюсь, таких тут нет. Если кто-то не будет знать тактику, буду спрашивать тебя. Пизду, я лучше метки расставлю. Старик тебе поможет рассказать. Че за хуйня какая-то? Ну я же вам рассказывал когда-то, теперь вы и расскажите, поделитесь опытом с людьми. Я знаю тут две тактики, стандартную и ту, которую вы используете, стоять в углу там, не, чтобы зеленый прибегал и стоял там, кастовал взрыв, людей захиливали, а красного замедлять два раза, правильно? Вот так вы бьете. Так я релогнусь, метки не могу расставить. Адмирал, давайте, а ты пока рассказывай тактику. Так, окей, кто не знает так? Смотря какую. Мне кажется, тут все знают, просто вы мне скажите, я у вас первый раз танчить буду. Два раза замедлять красного, зеленого не замедлять, правильно? На переходке. Когда на перефазе, да. На перефазе зеленого ты не замедляешь. Остальное ты все замедляешь. Красного, возможно, не придется второй раз замедлять по ситуации. Ну я вижу, тут ДПС много. Получается, у кого красная метка, тот бежит в красную метку, которую старик поставит. У кого зеленый добавит, бежит в зеленую метку. В основном.
Ну, а третий уровень, сидят, что там ДПС много, все живые. Диваны даете по танкам, да? Ну, естественно, все то же самое, как в обычке диваны и по кругу. Перекур сейчас или позже? Идите курите 2 минуты, 3 минуты идите курите. Кто тактику, кто не знает вас. И кто не курит, тоже слушайте. Все, я метки расстал, я пойду пасу. Роди адмирал, объясни, что тут и как надо. Человек первый раз с нами здесь. Как зеленого его идти, расскажи человек. Как позиционку держать? Я ж тебе рассказывал когда. Ну, я так понимаю, с зеленой меткой в ромбике дрочат, а с красной меткой... Ой, нет, смотри, наоборот. Я хуй его. Когда появляется зеленый, ты убегаешь в РДД-зону. И бьешь, если на тебе, бьешь, окей. Если не на тебе, ты выбираешь себе позиционку так, чтобы бить слизня сзади и отлететь в середину. Ты мне про переходку рассказываешь? Чтобы возле тебя были люди. Потому что чума если на тебя будет чума, и ты будешь где-то отдельно стоять, волоебить, ты умрешь. Потом на второй фазе, ты в зеленых, ой, в красных не свечаешься. Слово совсем. На второй фазе ты бьешь босса, только на зеленом отходишь в РДД зону. Так, на ласт фазе, в принципе, постоянно бьешь босса. Главное, колбы не ловите. И бурсты, все свои бурсты отдаете на перифазе. С пула никаких бурстов ни у кого не должно. То есть, опять же, ты то же самое отдаешь все свои бурсты на перифазе, чтобы быстрее слить слизней. Плюс этот, ДКшки. Если кого-то закинет под зеленого, зеленой колбой будет стоять. Преждевременно, вот как вы стали, сразу дайте бомжей. Или когда каст прошел, допустим, это, зеленого слизня, вызывайте сразу бомжей. До конца вы не докастуете, но больше половины вы вызовете. Бомжи разделяют урон и петы тоже. Хилам легче будет хилить. Шаман и тотем на природу постоянно переставляем. Фласки на сопрот обязательно. У кого не будет, это 100% смерть. Можно, пожалуйста, про переходку? По поводу процентажа босса, старик, смотришь за процентажем. Анонсишь мне 83% и анонсишь мне... 38%, 39%. Да я знаю. Почту, у кого есть, пожалуйста. Хорошо, я понял. Ставил. Спасибо. Что у нас за минус один? Пипец, не дошли. Провокатор, есть, да? Провокатор, да, покинул руку. Что с провокатором? Сопрот продайте, пожалуйста. Люди, ничего не говори. Ждал бы, пока перекур был. Может, что-то срочное? Писал что? Мне нет. Вот такое срочно бывает, а когда интернет пропал и все. Срочно, когда интернет пропал, с рейда не выходит. Что, нет ни у кого сопрота продать? Если какая одна тварь летает, он остается в рейде, да? Так, ладно. Пухан, заходишь на локи. Хотя нет, Керс, заходи на мага. Кому сопрот, мага? Керс, на мага заходи.
Да, да, слышу. Кирс, ты же его проебал. Этот, с Артемей не забывай. Да, у меня есть. Такой? А, дух крыс. По чушке ход ты не забыл, а рыбу поставил. Ну, чё, первый упал. Сумоньте, мага. Мыцепой потом с ханта отдам. Таком зеленая метка, она бежит зеленую метку и встает. И бьет зеленого. Ребафните каску. Да, на красном красного бьешь красного. Дайте саппорт бомжу, плиз. Бомж, давай старику пать. Ты скажи дуэльки, да, если... Паладины. Кто раздавал каски? Репафните каску. Каски должен Эрнест раздавать. Ну вот кто-то в начале рейда писал, что только до 4 сможет. Я вот не помню. МП5, Денчик. Угу, всё, тираны. Ну изначально у нас было 2 паладина, а сейчас у нас 3 паладина. А, вот да, Даркис писал, что до 4, а провокатор тогда я хз, я ничего не писал. Может, Крис не знает. О, гриб зашел. Я-то не знала, что у тебя не прокачан. Так, сейчас, секунду. Сейчас перезайду. Без задона хуёво тут.
Лена, дай проверку. Жужин только не подтверждает пока. Ай, господи. Чё там, Жнаев, тут есть? Хороший вопрос. Ещё раз дай, блядь. Даю. Сига. Отлично. Кто второй танкник? Я и ДК. Два ДК. Диван буду анонсить, так что. Чтобы не запороли, блять, лайп на профи дивана. Блять, дадите по одному танку, как обычно. Так, с пула никто не рвет, ничего. Больно просто дома. Не надо. Все равно будет. Так, даю проверку последнюю. Я вернулся. Нужен, нет? Ну, пока что. Адмирал готов? Все готовы. По отчету. Боже, да-да. Мавр, да-да, зоны. Милики зеленые топнули по боссу. 83%. Я вижу. Зеленого бьем. В центр летит. Хил. Вы серьезно? Че в лужах делали, бля? Стопнули по боссу, ждем красных. Кладбон поднимай, ганвесту, ганвеста. Эрнест! Быстрее бафы. Служи, выйди. Старик, служи, выйдешь? Я не стою ни. Все, урон так. Босса переводим. По меткам стали. Быстрее. Лена, где? Yeah.
Хорошо. Что ты там делал? Вот. Сказали метку встать. Спиной же надо стоять к этой, к стене. О, пересвечу. Эрнест. Что? Это 200. Это еще откуда? Спиной к стене подходишь и стоишь, бьешь и если. Он не может откидывать через, значит криво стоять. Ну там уголок такой есть, прям в угол забиваешься. Таркис, пора уходить. Он в начале рейда писал, что только до 4. Кислый, не ходи.